Game started. Опа, Морфеус. Это не моя. Хочешь, это отдам тебе женщину? Да, могу тебе, у тебя луну взять, пойти на Изи Лайн, да. Если хочешь. Ну я просто, не, ну точно луной я не буду играть. Порно трактор он там на этом какого? На узбеке. Мне репи. А! Ну-ка я с Иринкой попробую. Ты хочешь свапнуться с Иринкой? Ну попробую, если она мне даст. Блин, ну можно поиграть. О, спасибо. Спасибо. Это жесть. Рома просто пипец. Я куру возьму. Я взял. Я продам. Я разобрался с порно-трактором. Отлично. И мне опять некуда идти, да? Потому что вы, блядь, вниз. В смысле, иди мид. Охуенно! В смысле, а чё плохого в Роксаре мид? Ты посмотри в мой инвентарь, мать его. Нормальный инвентарь. Масок где-то потерял один. Хорош! Блин. Он меня не испугался, я испугался его. Понял тебя. Чё-то Ирина вообще походу по хардкору залипает. Откуда такие берутся? Так, пуч. У нас пуч. Так, у нас на миде свободная касса пока. Так, я с пуджом шпрехаться сейчас буду. А у меня что-то совсем не свободное. Меня котел тут задувает. А я с пуджом шпрехаюсь. Окей. Кто кого? Тебя сейчас там задуют еще. Я ему, блядь, сейчас задую нахуй собаки. Ты можешь пуджу там с пылов дать? Могу. А хотя они тут меня это... Нагиб делают. А я этого деда буду бахать. Что с дедом будешь делать? Развели они меня, короче. Куда я пошел-то, ёб твою мать, а? Ну сделал спейс. Спейс вроде сделал. Да, ты неплохо заспейсил. Я пуджу почти все хп снес. Виктор опять на меде. О, я пойду пуджа бахать. Давай лучше котла, может. Давай, только вот я уже... А, у меня есть... Есть что-нибудь? Да, у меня есть этот, как его. Который орбов. И пуджа я сейчас буду брать. Давай. Только... Я его сейчас замедлю. Микростаном будет. Ну, хотя он быстрее, через я не знаю. Через 2 секунды у меня. Опа. Попался. А поможешь мне клярить? Да, конечно. Ой, кто там въезжает? Это не у меня в голове уже. Сейчас мазать. Давай. Спасибо. Пуч, вард съел, охуел. Раунд, блядь. В лес пошли, в наш, вот здесь. Так, ну я опять пойду выходить на котла, мне бы сапожок. Пуч я... второй вард съедает. Оба варда съедены. Нам нужен инспектор. Может, блин. В шляпе. Сейчас я сапог возьму. Я не пошел. Да. Да, возьми сапожок.
Это зачем он ударил? А, я просто хотел что-то тут пульнуть, я думал, быстрее убьют. Я бы его добил, если бы ты его не ударил. Да у меня тут планы свои на нейтралов были, к сожалению, сори. Понял. Дед, давай. Дед АФК. На тебе еще по сраке. Ох, блядь, сори. Чё ты? Да на карт только посмотрел корни дать, блядь. А на это. Рома, ёпта, ты крикни, что бабе помощь нужна. Рома опять не ты говорит. Пошла на в смысле, это... Ром, ты искал гол секс, что ты ожидал? Тебя обижает. Видишь, это. Ой, это ты там расстелился весь. Напиши мне 7, киска. Ладно. Да блин, вон, Ром, я абсолютно срал, просто, ну. Она вон нормально пишет. Ты, я просто это... понимаю, лучше, почему я не стал... Пуч ушел с меда. Это, скорее всего, она вообще вон... мужик сидит, если что, но... Вот, Пуч здесь. Пуч здесь. Вон на Фидонила написала, что... Это урна будет чуть-чуть помощи? Да. Там у них хила просто много очень. Начинает что-то чересчур. Ну, хотя бы так. Блин, опоздал немножко, на 5 минут. Ну, ничего, да нет. Было 20 ремейков уже. Как обычно. Может и этот? Ну чё, посмотрим. А чё если... А. Понял. Всё? Ну, возможно, да, они уже ффшат. Да что, что? Я не хочу писать, не хочу. Не хочешь, не пиши. Да. Блин. Пуш меня хукать пытается. Там на низу немножко корнишоном да, надо. Да, да, я видел. Смотрел. Ко мне опять ВД прилетел. Сейчас, сейчас, сейчас я подойду. Надо криповчиков там будет запулить. Я иду, но я далековато. Справа стороны. О, мимо. Можно их убивать. Ну не знаю, наверное, надо отпустить. А. Все, понял. Так, пуч. Клерить могу дать. Давай. Нападаем на Дазеля. Понятно. Сейчас еще раз помажу. Вы мне? Да-да-да, ко мне на вы. Ну я же это, жирный, скоро кач. Я думаю, правильный вопрос, а что ты вообще в доту играешь? Ну, да, ну подожди, я сначала зайду издалека. Понял. Бля, вот понял! И вот теперь, знаешь, сколько ей лет? 228. Рома, просто, блядь. Джентльмен, нахуй. Как ты посмотришь на то, что я возьму? Забери, и что вот хочешь, забирай хоть все деньги. А чё они куда не побежали? Только сердце не трогай. Понял, нихуя себе. Тут это, Дазл...
Ну, чтобы сказал столько, сколько ли Агутину лет. Я не знаю, но ему больше, чем 34. Да, мне тоже что-то кажется. Так, я иду вниз. Там пуш 6-го, кстати. Ладно. Так уж и быть. Это лост хит засрал. Ой. Пропустите, пожалуйста. Да. Не толпитесь. Господа. Я вас слушаю. Не, там это пошел. Ну, Бупс начал материться. Бупс матерится. Ну, как только господа станет матом. Собаки, блядь, сутулые. Ты вы чё, охуели мид пушить? Ну и куда ты деда прёшь, блядь? А я сейчас спрячусь в инвиз, и что ты будешь делать, блядь? Ага, вот нахер иди, блядь. Ох ты, собака, блядь, сутулая. Порно-трактор сносит строение. А воевы будут? Уже не надо. Семка, да. Сори, Урдак, я думал, раз твой сатир побежал, я думал, ты видишь. Куда он побежал? Я ничего вообще не видел, я просто им стакал. Я уже понял. Я отошел, у меня маны нет, корненько, да. Блин, не стакнул. Может, мне реально какую-нибудь музычку надо на стрим подрубать? Чтобы не так уныло было. Че, плохо, когда я молчу, да? Не, Ром, очень хорошо. Спроси Бупса. Я... Да Буфт размутил меня, ну чё ты, давно уже все поняли. Ну да. Блин, Ирка вообще огонь. Нравится? Просто кекс. Ну, просто кекс. Почему Ира не говорит, есть ли у нее деньги? Мне кажется, это секретная информация. Она сильная независимая женщина, не должна тебе говорить, есть у нее деньги или нет. Нет, она должна сказать, может, я приеду к ней жить за денег только. Смотри на Бупса, блядь. Бупс полегче. Бупс просто зарезал лошадь, блядь, топорами. Я читаю следы. Интересно, сколько раз я смогу стакнуть эншентов? Здорово, бандиты. И бандитки, простите. Бандитки, да. А вы еще будете потом после? Ну, наверное, думаю, да. Да. Ром, тебя под деревьями бегаешь, тебя не видно. Но только под деревьями. Мы его берем? Пытаемся. Вот это. Блять, собака, этого тоже берем. Все.
Ирина пошла это купаться. Залил маны чуть-чуть. О. О. Че, опять сейчас игра она закончится? Сейчас тоже, так. Может, она может закончиться. Блин. А потом секс, да? Ну, естественно, потом, не сразу же. Действительно, что за дела-то? Блин, Бобс. Лучше бы оставил мне, наверное, или дал бот. Давай, я деда поймал в сетке, в это, в корне. А у меня маны, короче, маны мало очень. Я боюсь перебивать ваш диалог, чтобы дать что-то полезное в плане информации. Они всех моих хоков видят, если что, я не знаю, что происходит. Мапка. Мап. Хак. Ну, только Вар тут это не видит. Возможно, тогда виноват я, безусловно. О, что-то там у Урдака своя атмосфера. Какая-то дикая. Ну, так. Там паровозик, видите, на меди? Угу. Это паровозик едет. О, здесь не кролики, там я. Смотрите, они паровозиком ходят. О, здесь не кролит. Кто там в лесу? Гоу за газ. Попробуем. А Ирина без тормозов, я вижу. Да, да, она четко. Я тебе поэтому и говорю, что она норм. Но у меня хп маловато. Она как бы не знает момент, когда нужно сдаться. Отступать я это понял, не про нее. Я понял, Рома, тебя так привлекла тогда. Че ты? Она нормально еще это разговаривает. Доминаторного тоже. 200 голды не лишним. Да. Там сразу понимаешь, чувствуем друг друга сразу. О, короче, там все сдались нахер. Давайте соберемся в пятером. Я пушу бот. Я, короче, сейчас некра покупаю. Третий некра. Помажу банкой Расту. О, Блайдстоун на здании работает. Да, это же дизоль. Ну так я тебе все, теперь в каждой игре буду его брать.
А лучше соси. Сосать для плохишей. Кто-то дерево посадил. Ой. Мужик. Оп. Схватил его за яйца. А, это пуш дерево сажает. Пуш мужик, блядь. Дерево. Дерево сажает. Три вещи нужно сделать. Посадить дерево, хукнуть морфа. И поиграть с Ириной в доту. Ирина Виниченко.